Всем привет, дорогие друзья, с вами Бонни Сакур, мы продолжаем играть Ведьмака 3. Значит, я побывал уже в городе, я продал весь свой этот хлам, какой был, довольно-таки много денег уже, 2700 с чем-то у меня золотых. Вот, я повысил себе уровень, у меня было 3 очка навыка, я сделал себе, короче, что за адреналин у нас будут использоваться знаки, потом что-то там еще равновесие какое-то себе сделал, и сделал себе, скрафтил мутаген, который дает 100 здоровье. Это он крафтится из 3 малых мутагенов. Вот. И у меня еще одна... Ой, нихера. Еще одна ячейка мутагенов открылась. Вот. Поэтому у меня в общей сложности они дают 150 здоровья. Ну, может быть, ты достанешь свой меч, ведьмак? Не? Вообще не вариант. Вот. Ну и плюс еще отремонтировался и затащил оружие и доспехи улучшил. Вот. Да, я остался пока при этом доспехи. Посмотрим все-таки, как он себя ведет. Вроде пока мало дамажит. Но мне очень нравится его внешний вид. Арбалетчики нынче в моде, походу. Раз это броня арбалетчика. А, и мы продолжаем, да, проходить вот эти вот места. Вот, смотреть, что тут да как. Ну вот, я добрался до лагеря бандитов. Опять у них тут главарь этот долбанный. Который, сука, оглушалкой пользуется. Оп. Давай, 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 двоих-то. Да ты посмотри, вот он вообще нормально херачит. Вот так тебе ублюдок. Никак вы, блядь, не научитесь. А вот этот он, короче, его один удар делаешь и... Ну-ка, стой, сука. На тебе в глаз. Один удар делаешь, и он уже начинает блокировать и тебя оглушать. Да ты посмотри, что творит. Да ты прям мастер какой-то. Вот так, давай, добивай. Да ты посмотри, не, не хочет. Давай еще разок, оп. До свидания. А, еще трое стоят у нас здесь за стеной. Так что мы вообще сейчас можем весь хлам этот собирать, потом опять его продавать. Мой инвентарь сейчас пуст. Пять человек там, давай сохранимся. Сожрем сырое мясо. Так, ты у нас, кто тут? Хера тебе там ногу поломало. Ужас. И ты еще. Потом будем лутать эти бочки. Давайте всех замочим. Тут какой-то у них форт. Вот у нас очки адреналина заработали. Я так и не втыкаю. Че они дают эти очки адреналина? Здесь ведьмин ёбарь. Но это уже, по-моему, чересчур, чувак. Оскорбление, не? Так, стоп. А, где игни у нас? Вот так. Ребятки, это вам за ёбаря. Подумайте о своем поведении. А вот так? Пиздуёшь. Чё ты говоришь? Ты смотри, какие агрессивные. Так, назад. Давай. Загорелось? А чё почка-то не горит нихера? Сколько ей надо? Вот так. Лучше. Бабах! Я тут фейерверки вам устраиваю. Шоу. Ай, пока ты там машешься, проще тебя замочить. Все лежат в одной куче, нормально. Так, все. Все же? Убирай меч. Хоть вас лутать. Нормально. Близко. Бегать не надо по вашим крестикам. Так, ну и что? Это у нас какое-то... Какая-то заброшенная башня. Или строится башня только. Они заняли ее. Ну, зашибись. Так, вот сундучок, чертеж, улучшенный стальной меч школы Грифона. Неплохо, неплохо. Надо будет потом крафтом за... Что это? Ремонтный набор? А что за сумка-то такая крутая? Мастера Броника. 90% прочности восстанавливает. А вот это реально крутая штука, таких я еще не видел. Так, и что, здесь у нас все, что ли? Мы все осмотрели? Ну да, судя по всему. Ну, давай туда вниз спустимся, где мы первых убивали. Там вроде были какие-то сундучки, там все такое. Вот бочечка с кинжалом. Так, вот еще у нас тут бочечка. Что-то я все синее собираю, я ничего не смотрю. Что это такое? Вот, стрелы. Болты эти надо заменить, кстати говоря. Что-то я вообще про них забыл. У меня аж уровень-то повысился. Там 9-й нужен был, а у меня уже 10-й уровень, так что... Попробуем эти болты использовать, может они неплохо будут дамажить.
А то я что-то этим стреляю в рожу, а им по барабану. Штаны, топорника. 10 броня. Вообще ни о чем. Они причем здесь выкопали? А, они могилы здесь раскапывали. Вот же мудаки. Так, и все вроде получается, да, мы все осмотрели. А вот здесь что у нас? Ну, вход основной. Да, мы здесь все полностью осмотрели. Так, погнали дальше. Вот сюда нам, в воду. Наверное, с утопцами будем бороться. Сохраниться еще надо. Так. Ну да, вон там бочки плавают. А что это за знак такой? Какие-то, как маска этого вора. Очки вора. Ух ты, нихера, это поплавки. Гномский меч какой-то. Флорены. Штаны следопыта. Меч. Деньги. Доспех гвардии. Ой-ой-ой. Вот это вообще нормально. Вот это мы сейчас тут... Ну, по-любому, гвардейца доспех, наверное, не будет там какой-нибудь тряпочный. Хочу тяжелую броню. Вот это. 51 броня. Вот это я понимаю. Вот это броник. Так, а что тут еще? Ну, конечно, вот это посолиднее смотрится, арбалетчика. Но и вот это мне очень нравится. Так, броня 13, броня 18. Это мы поняли уже. Перчатки. 21 броня. Сколько у меня? 7 броня. Заменяем. Вот тут, смотри, какие-то они розовые, что ли. Геральт, тебе розовый. Как-то не понял. Ну, идет. Скажем, идет. Так, и все, да? Больше ничего. А, меч. 96. 89. Мощь Игния. Дополнительный урон. Вот. Покажи его. Нихера он, смотри. Ух ты. Вот это меч. Достань-ка его. Ты посмотри, какая красотища. Так. А есть у него? Да, можно вставить в него эти камни. Давай заморозку попробуем. Заморозку вставим в него. А, и... Вызвать кровоточение, сила атаки, мощь знаков, вызвать оглушение. Ну, давай, наверное, кровотек как раз у нас один камень. Будем замораживать, и чтобы он при этом там весь истекал. Ну все, посмотри, у нас черная броня, у нас крутой меч. А вот это мы приподнялись, отлично. А, дальше у нас вот здесь какое-то поселение. Я думаю, мы переплывем. Хотя, смотри, там какие-то лодки. Нет, мы переплывем. Будет проще, я думаю. Вот это неплохо. Вот это меня порадовало, конечно. Теперь надо же такие вот же стальные эти найти. Поножи. Какие-нибудь сапоги. Ну, короче, вообще ходить как рыцарем. Так, что у нас здесь? Что-то бьется. Плот. Корабль. Люди. Пираты. Понятно. Сейчас стрелять будет. Так ты опять, дурак, кулаками дерешься. Они здесь что-то... Что это такое вообще? Строишь что-то? Это какая-то стройплощадка, как будто. Так. Вот он. Оп. Давай. Ты пока перезаряжайся, я подожду. Огонек. Заказывали? Да, смотри, как он херачит. Вот теперь я понимаю, для чего адреналин. На тебе по яйцам, ублюдок. Что спустишь ты меня? Я что-то не понял. Мне показалось, ты сказал штаны. Ублюдок. Ух ты, нихера, нормально. Двоих сразу. Все, мы что-то освободили. Да, это верфь какая-то. Здесь, наверное, строят эти корабли. Ну, лодки и так далее. Неплохо. И опять мы всех кучкой убили. Лутать будет проще. Ой, ну Геральт, ну нахера вот это вот херота у тебя на шее? На педика смахиваешь. Зачем тебе эта штука? Ужас. Ужас. Ненавижу эти кружева или что-то у тебя там на шее. Какие-то салфетки. А, ну зачем нам это показали, да? Так, что у нас здесь? Куриная ножка. Коровье молоко. А, Геральт, будем это молочко пить после бухла?
Так, что тут еще? Ну давай попробуем облутать. Я думаю, они не обидятся. Ремонтный набор, лестница. Так, что-то вот еще я вижу. Это ты че? Не, ну они, кстати, могли бы диалоги и подправить, когда ты что-то освобождаешь, а то они что-то там на тебя. Вот другое дело, Геральт, спасибо тебе. И здесь еще, смотрите, торговец есть. Ну чего? Что ж, ну че? Товары свои покажи, что у тебя есть? Покажи, что у тебя на складе. И что у тебя на складе? Так. Так, 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 что у тебя интересного-то есть? А это что такое? Малый дымный глиф. Понятно. Так, вот, перо. А сколько ты хочешь? 32. Ну давай перья вот возьмем, они на крафт как раз шли у нас болтов. Я все ворону-то никак не могу подстрелить. Так, аксий, пергамент. Это херня. Чертеж. Гоминизона. Так, ну ясно, всякая херота у него. Сумок у него никаких нету. Так что давай, прощай, мой друг. Прощай. Goodbye, my friends. Так, попьем коровьего молока. Смотри сюда, и воины пришли. А где же они были раньше, да? Что это, дополнительное задание? Давай глянем. Женщина плачет. Иду, иду. Что надо? Ты чего плачешь? Монашка какая-то. Мой суженый пошел в лес проверить силки. И не вернулся. Что-то с ним случилось. Я слышала, как он кричал. Но одна туда боюсь идти. Так, ну давай. Пойдем проверим, что там случилось. Пойду проверю, что там случилось. Спасибо. У меня есть деньги. Я тебе заплачу. Ну окей. Так, надо выбрать это задание. Дополнительное. Дама в беде. Пойдем узнаем, что там случилось. Это прямо где-то здесь. Да сам в силки, наверное, и попал. В капкан какой-нибудь угодил. Так, пока что куча кого-то там, я думаю, волков. Вот они. Да ладно, они его задербанили, что ли? Одичавшая собака, да, убит. Капканы, да. Кикни давай. Опа! А больше не хочет использовать адреналин, это у меня не набралось. Какие-то они вообще свирепые собаки в натуре. Ты смотри, как меня бы не загрызли, алло. Ну-ка, давай-ка. Поплотнее, поплотнее, песики. Вот так. Вот так лучше, я думаю. Да ты смотри, что творит, тварь. А, куда ты отступаешь? Так. Ну, давай с тобой разберемся. Смотри, радуется жизнь, за хвостом бегает. На тебе. Ублюдина. Все. Так, ну мужик, печально все. Плохие вести для этой женщины. Ее жениха загрызли дикие псы. На. И капканы сработали, а трупов почему-то в капканах нету. Интересно, почему? Как псы могли оттуда вырваться? Не он же там прогулялся, он бы сам валялся в этом капкане. Либо он их не успел, типа это, зарядить. Печально. Наверное, с нее бабки не будем брать. На это вся и весь упор идет. Мы такие добренькие, деньги не возьмем. Но мы же согласились идти проверить, поэтому мы все возьмем. Будем вот такими вот плохими. Где она там? Вон она стоит. Ну? Ну? Что? Ты его не нашел? Нашел, но... Ничего не говори. Я по лицу твоему вижу, что... Пожалуйста, возьми деньги. Я не могу их принять, спасибо. 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 И мне очень жаль. Могу я хотя бы за телом сходить? Можешь, конечно. Это опасно. Но если решишься... Он лежит возле силков. Спасибо. Прощай. Ничего, она реально пойдет? А давай за ней проследим. От всех бед Геральт из Ривии. Да, неплохой пиар.
Мне интересно, она реально его потащит или она просто рядом с ним будет? Да, она скорее всего рядом с ним просто будет. А может мы ее защитим? Может сейчас на нее собаки нападут? А мы такие, опа, мы здесь такие герои. Ну давай, крестьянка. Он где-то здесь. Вот где-то прямо здесь. Насколько. Вот он. Зато мы доказательство, он валяется, дохлые собаки. Что-то ветер какой-то вообще жесткий, а здесь вообще поблизости-то кто-нибудь есть? Нету. А почему у меня женщина-то не отображается? У нее сердце нет, не бьется, что ли? И что ты будешь делать? А, ничего, просто пришла. А поговорить можно? А, это ты. Да, понятно. Ну и да, здравствуй. Так. Хорошо. Дальше, значит, идем. Либо сюда, либо сюда. Ну там один всего знак вопроса, а здесь сразу три. Поэтому пойдем в эту сторону. Проверим. Так, я где-то в кустах тут заплелся. Что за херня? Во. Да, что-то густая здесь местность. Ни хера не вижу, куда бежать. Вот здесь что-то на дороге прямо. Так, вот оно. Ух ты, нихера, там какое-то адское местечко. Лагерь бандитов. Понятно. Каннибал? На тебе в рожу, на тебе в рожу. Вот, Геральт, почему ты перестал меч доставать? Вот это у него дубина там. Блин, опять эти... Ой, да он третьего уровня. Гори в аду. Да смотри, один удар и до свидания. Кроме вот этого амбала, конечно. Надо убить этих лучников, они уже заколебали меня. Где второй? Вот этот, который голый, что ли, стоит? Вроде с другой стороны. О, я на костре, чувак. Сам в костер лезу к вам. На ужин прям. Танцы, танцы. Да? А больше не могу. Не умру. Тебе назло. Так, вот он, лучник. С одного удара, нормально. Так, и что у нас тут? Ну, как тебя болтать-то? Отдай мне. Вот я не знаю, почему-то есть такое вот у меня подозрение, что если бы они сделали здесь игру не только от третьего, но и от первого лица, было бы очень даже неплохо. Хотя нет, наверное, они делают от первого лица, потому что камера бы моталась от фехтования. Он же крутится, вертится. Да. Так, что у нас тут? Волокно, шкура, чертеж. Кавалериста, отвар. Вот меч из Серебряного города. Ух ты, а это что-то новенькое. Это ты же где? Так, дубина, извиняюсь. Буренько выкидываем их. Так, где он там? Меч, вот он. Меч из Серебряного города. Не, херня. Название эпичное, а сам по себе херня. А, спасибо, да. Я собрал обратно свои дубины. Так, убитый чувак. А где котел? Или они так их жрали? В сырую. Так, так. И все. Мы все осмотрели. Они прям, смотрите, там, типа, блокпост какой-то поставили посреди дороги. И те, кто мимо проходил, попадались. Попадали к ним на обед и уже на завтрак. Опять там трупаки справа какие-то. А почему там трупы? Что здесь вообще? Чувак лежит. Разбойник причем. Наверное, Ганнибал. Гнильцы там, по-моему, сейчас были. Вон они там. Квакают. Деревня Клыки. Ганнибал. Да ты... А, Каннибал, точнее. А что такое-то? А что тут столько их развелось-то? Ух ты, смотри там. Умер просто так. А, я ж ему кровотек вызываю. С копьями такие все крутые. Вообще нормально. Чувак, ты не умрешь от кровотека? Не желаешь? Ну ладно. А ты кто? Что это с ним? Да ладно. Вот же... Мудак, на тебе. Ты смотри, что они сделали с женщиной. Мечом проткнули, к херам. Она так и села, и сидит. Ужас. Так, что у нас здесь? Опять всякую парашу собирать с них. Деньги, дубины. Так, что еще? Дубина. Так, а здесь-то почему я что-то не забрал? Деньги. И здесь что-то. Деньги. Так.
И что у нас здесь сделать можно? Я не освободил эту деревню или что это такое? Грибы, краснолюдский спирт. Наверное, в дом надо зайти. Может, здесь какой-то квест сейчас активируется? Топор воткнутый. Что за жесть? Еще топор. Они топорами, короче, ломали двери. Во! Опять доспех этого арбалетчика. Трубка, раствор ртути, грибочки. Ну, такие книжки, записки интересные там лежат, а их нельзя потрогать. Нихера, типа не квестовые. Так, и что это за доспех? 36. А, вот. 55. 51. Ну ты посмотри, прям игруля знает, что нам надо. А возвращаем наш любимый доспех. Интересно, как это он вообще круче, чем полностью, ну, латы. Что за жесть? Так, и больше ничего такого мы не нашли особенного. Выкидываем по-буренькому все дубинки. Здесь ничего, нету кнопки, что ли? Это быстро выкинуть? Печально. Подожди, а что у меня за меч? А это что за меч? Я видел такой же какой-то. Ну, примерно такой же. Не? Не, показалось. Так. Хорошо, здесь мы тоже разобрались. Теперь нам вот сюда. Ну, я чувствую, одни каннибалы будут. Так, вот сюда. Давай сохранимся. На самом деле, вот только недавно отремонтировал оружие, оно уже опять поломано. Что это? Кто это? Это ты зря. Где ты? Ну, держитесь вместе, я согласен. Я за. И что, промазал? А почему на него не сработало? Ух ты, а вас тут много. Давай, 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 Геральт, ну еще, тут два дубинищика, мать их. О, заморозил, заморозил, 2% наконец-то сработало. Вот так, и разморозка. Ты посмотри, что за жесть тут творится. Да, 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 я не допонял, что ты сказал. Еще бежит. Ну давай. Во, новые эти болты. На тебе. Нормально. Давай в голову. Промазал, ты прикинь, я промазал ему в голову. Насмерть забил. Так. А вот здесь у нас целая толпа опять. Давай их приведем в это узкое помещение. И сожжем. Эй, чуваки, здорово. Айда за мной, пища есть. Смотрите, сколько здесь трупов вам можно сожрать. Ну и что, один из них? Ах ты, сука. На тебе. Где ты, ублюдок? Я сейчас тебя отомщу. На. Че, не насмерть? На, и два лучника. Ты посмотри, что творят. И не горит, ублюдок. Ну, иди сюда. Удачи. А вот и котел, про который я спрашивал. Так, ну давай жраться пока сырым мясом и лутать этих мудачков. Ты посмотри, сколько здесь. Тут, короче, и рыба, и... А это что? Да как будто это... Свиные окорока какие-то. Так, алхимия, алхимия, кроны. Так, так, все хорошо. А вот это-то что? А, господи, я думал, это ребенок, а это... Ноги нет у скелета. Да, конечно, жесткое место. Каннибалы, они и в Африке каннибалы. Устроились они тут, понимаешь ли. Где наша карма за то, что мы освобождаем, типа это, от нечестивых всяких, да? Столько упырей перебили. Смотрю, какая фляга красивая лежит. Но что-то все равно как-то пусто. Лута у них я бы не сказал, что прям тьма тьмущая. Надо их найти, наверное, какой-нибудь основной сундук, я не знаю. Так, что-то я взял. А, ремонтный набор мастера-оружейника. Вот давай его используем как раз. И сколько он восстановил? 100%. Отлично. Так, что-то здесь еще есть, я не облутал. Вот это я не облутал. А до этого никак и не достать, только прыгнуть туда. Не хочет. Лучше выпрыгнуть отсюда, пока не забагался, не застрял. Так, во, нормально. Бухлицо, вот. Ну все, что полезно, опять ремонтный набор хороший. Так, проволока. Чувак, а что я у тебя не забрал? Хлеб, дубина. Так, надо бутерброд сожрать.
куклы. Что еще? Ужас, ты посмотри, что за ужас. Кошмар, они тут и распятиями занимались. Так, осмотреть. Что осмотреть? Кровь еще не засохло. И? Что это нам дает? Смотри, здесь что, расследование какое-то можно вести или что? Ну, кровь еще не засохла, и что дальше? Значит, его убили, отрубили ему недавно. Странное место, странное. Хорошо, давай попробуем в начало сходить. Может быть, здесь что-то тоже есть? Так, закосить, не пройти. Вот. Вот это вот, кстати говоря, железные вот эти вот осколки там и так далее, руды. Они у нас тоже идут на арбалетные эти болты. Шкура белого медведя. Да, мы же здесь не были еще. Не все осматривали. Так, алхимические. Так. И все. Не, нету никаких следов. Я лично не заметил. Здесь вообще сгоревшие. Ужас, короче. Возможно, тоже квестовое место. Хотя оно было отмечено, по-моему, этим как раз знаком вопросом. То есть, интересное место. Но информации Геральт немного дал о том, что кровь еще не засохла. Круто. Мне от этого стало легче. Я сразу все понял, что здесь произошло. Опять бандит. Ух ты, нормально загорелись. Сколько вас здесь? Ну да. Смотри-ка, а? Попал. Ой, тут еще и утопец прибежал 15-го левела. Вообще нормально. Кажется, я куда-то не туда забредаю. Болотник это даже, не утопец. Смотри, сколько их здесь ходит. Надо было их стравить. И пока они бы тут дрались, я бы, ну, полутал, например. Или помог бы им. Попробуем сейчас сами справиться. Так, чертеж. Охотничьи перчатки, так, чистое серебро. Так, понятно. Ну, это мы опять убили этих каннибалов. Судя по всему. Раз тут трупаки валяются, прям на столе, не стесняясь. Опять идет. Болотник. А почему-то у меня не записан болотник. Ты же утопец обычно. В бестиарии тебя не добавляют. Оп. Ну, выглядит он вообще люто. С этим гребнем там на спине и все остальное. Так, все вроде, да? Только вот эти крестики остались. Вот нахер столько этих лестниц, я не понимаю. Куда они с ними ползают? Так, ну давай попробуем, а что там? Так, нет, не инвентарь, карту открой. Есть там что-нибудь под знаком вопроса? Нет, но здесь есть какое-то поселение, и нам надо переплыть на ту сторону. Так что эти утопцы подождут. Поплыли сюда. Вон там, я вижу, какое-то здание, что ли, разрушенное стоит. Что это вообще такое? Спрятано сокровище. Ага. Окей, сохранились. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это баба, это кладбищенская, которая у меня зелье еще. Геральт, можешь оплутать? Она же, если параши свои кинет, это вообще жесть будет. Ой, ой-ой-ой. Вот ты смотри, что творит. У нее язык-то какой длиннющий. Так, давай-ка мы тебя отведем, красавица, да? Ты же не против прогуляться? Скажем, вот до сюда. Нет, смотри, она против. Говорит, мне не пойду. Стой, сука. Иди сюда. Давай заряжай быстрее. Вот что, тебе. Паскуда? Вот тебе, паскуда. Увидела меня? Ну и что? И не хочет, смотри. Свалили ее нахер. А ты там долго валяться-то будешь? Вот, иди сюда, я здесь. Давай, давай. Ой, да ты не злись. Да куда ты пошла-то, дура? Иди сюда, говорю. Ой, вот же падаль. Она чисто вот охраняет, да. Она вроде не палит меня. Может, мы сможем пройти? Так, 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 так. Да иди ты вон. Да убери ты меч. Ну вот смотри, мы почти добежали до этого сундука. Давай, может, в эту сторону сходишь, баба? Вот тебе в рожу. Нихера она орет. Ну куда ты? Нет, нет, стой, стой, стой. Да вообще не варик, походу. Убери меч. Убери, убери. Попробуем так оболтать. Давай, давай, давай. Давай. Есть, я что-то взял? Закрытый нужен ключ. Понятно, все, я понял. Я понял намек, до свидания. Ключ у нее.
Что же у нее левел-то не показывается? Ой, вообще печально все. Так, болотник здесь у нас сныкался. Ой-ой-ой. Здрасте, ребята. Да что ты что творишь-то? Сдерживай, блядь. Вот мудак-то тупорылый. Убегает теперь отсюда нахер. Столько ударов пропустить. Что за жесть? Нажимаю одно, а оно вообще что-то другое левое творит. Бутылка воды. Придется медитацией теперь заниматься из-за этих мудаков. Ну все, отстали они от меня. Все, отстали вроде. Да. Да, нет. Да что они там крутятся-то? Давай, все. Медитацией заниматься. Так, бестиарий, так. А что такое? А где медитация? Ее вообще что ли нет? А, я же в боевом режиме. Все, вот теперь они от нас отстали. Все. Вот, медитация. Давай до рассвета. А то что-то темновато, да страшно. Так. Что-то здесь какое-то место. Постоянно погода какая-то херовая. Так, давай дальше смотреть. Хорошо, с водной бабой мы не смогли справиться. Здесь у нас предоставляют лодку и говорят, плыви сюда. Здесь гнездо чудовищ. И вход в какую-то пещеру. Так, ну почему они погашены? То есть я там был? Ну давай сюда сплаваем, посмотрим, что там. Что-то вообще какие-то непонятные мутки. Как я мог два гнезда сразу... А, было, по-моему. Нет. Ну там эти были накеры или кто? Два гнезда. Не, что-то я не помню. Я думаю, что я никого не убивал. Сразу два гнезда я не разрушал. Иди сюда, упырь долбанный. Толпой накинулись на меня. Да он там тупит, короче, два часа, пойдем. Что у нас здесь? Ай, да иди ты вон. Лут есть. Так. Бухло. Сухофрукты. Сундук. Удочка, сеть. Жемчужина и сломанное весло. Ну, здесь какой-то дом алкоголика прям. Одно бухло. Так, вот еще сундук. Одно и то же. Этот дурак где-то тут блюет. Где-то. А, они сюда все равно, наверное, не дойдут. У них мозгов не хватит. Так, и он нам предлагает вон туда плыть. Да? Ну, давай сохранимся. Я думаю, лодка-то нам не нужна. Поэтому так сплаваем. Военные трофеи. А, тут корабль, смотри-ка. Но вроде никого не видно. Все, смотри, прям заплело, какие-то лианы. Какого хера тут лианы делают? Это что, джунгли, что ли? Это ни хера не водоросли. На них не похоже. Так, и что у нас здесь? В трюм надо сплавать. Вот это, по-моему, каюта капитана, насколько я знаю. Мы здесь проплывем вообще? Да, вот сундук лежит. Так, руда. Все что ли? Кто-то к нам приплыл. Да ладно, вот ублюдок. Ты куда ты стреляешь, дебил? Вот он. Котов. Убили. Все, один был. Давай всплывать. Ой, смотри-ка, здесь люди. Здорово, чувак. Как дела? Так, надо... Опять, смотри, плывет. Где он там? Оп, готов. Так, давай вниз попробуем. Сам трюм как-то проникнуть. Что-то я не вижу, чтобы у меня выполнилось задание. Ну что, в чем проблема-то, Геральт? Вот он почему-то своей башкой глупый не может в такие нормальные щели залазить. Так, что здесь? Давай смотреть. По-любому в трюме. Да, вот, я что-то вижу. Большие сундуки. Так, собрали. Короткий стальной меч. И все, что ли? И что? Да, это все, ты представляешь? Серым загорелось. Ну да, навар, конечно, вообще. Я даже не знаю, что мне теперь делать. Наверное, к торговцу побегу. С остальным ржавым мечом каким-нибудь, да? Эх, ну ладно. Что нашли, то и нашли. Главное, чтобы воздуха хватило. Во, нормально. Так, давай дальше смотреть. Значит, во-первых, выплываем сюда, да, и смотрим на тех два гнезда. Потому что что-то мне кажется, что я там не был. И даже близко не был. Ну, заодно и проверим. Так, бутылка воды. Но меня, в принципе, не ранили, так что ничего мне пить не надо.
Не, интересно, интересно, конечно, но что-то немножко все похожее друг на друга. Вот сейчас, как бы, эта серия у нас получается разнообразнее, а прошлая серия что-то одни лагеря, одни палатки, одно и то же. Так, а вот здесь смотри-ка, поплавки вот эти, а там нету, ну, взять? Ну, давай возьмем, я не откажусь. Не, на дне нету сундуков, я думал, вот эти, как поплавки, как мы видели у контрабандистов. Нормальная мутка такая, да? Обычно так делают это с пивом. Поплавок туда вешают и в озеро ящик ставят, чтобы знать, куда поставили. Так, и что здесь у нас? Чувак. Дезертир. Эй, где? Вот, отлично. Лучник в минус. Ага, здесь у нас мечник есть. Адреналин у нас не набрался. Надо, кстати говоря, тогда прокачать будет перк по адреналину. Ну, огонь. Ой, смотри, двойной огонь. О, да ладно, вот это бабахнуло. А что, я там не видел даже бочки, алло. Так, ты тут поаккуратней. Так, давай. Мечник. Да я говорю, мечник. Да сгорит ты нахер уже. Давай сзади. Смотри-ка, успевает развернуться. О, заморозили. Бей его, бей. Есть. Оу. Да ты дерзкий. Иди-ка ты сюда. О, опять заморозили. Что-то 2% нормально начинают уже работать. А, опять эта херня. Где убьешь? Ага, лучник. Понял. Оп. Да, чувак, татуировки тебя не спасут ни хера. Надо было броню одевать. Вот так оно и бывает. Так, и что у нас здесь? Ух ты, смотри, они какие-то сокровища, что ли, расхищали? Это же какой-то гробница, мы же видели уже такие статуи. Так, меч какой-то неплохой. Ну, я имею в виду, что неплохой, в смысле, по деньгам, когда продавать будем. Записки разбойника, обычный ключ. Кажется, мы что-то сейчас найдем интересное и будем искать, от чего этот ключ. Так, что здесь? Вот, чувак лежит, его можно осмотреть. И что с ним? Ну, красным горит. А как тебя смотреть-то, друг? Никак его не осмотреть. Так, это у нас пиво. Ну, как раз про пиво говорил, и катится к озеру. Так, давай посмотрим, что это такое. Где это у нас записку-то можно прочитать? А где она у нас? Вот это, что ли? Так, на прошлой неделе мы напали на прохожего, в конце концов мы его зарубили, известна смерть неминуема. Я вот тоже думаю, так, Лав дело говорит, могилы. Так, подожди-ка, это что-то не то. А где у меня? Вот. Пиратского главаря. Не то. Вот, наверное, вот это. Выгоды не приносит, сука, я больше ерунды не слыхал. Давай все, короче, прочитаем, чтобы у нас, если что, добавилось вот это вот задание. Протокол допроса и школу змеи. Так, вот, мертвец, мертвецы безоружны. Одно задание добавилось у нас. Одно. Значит, мы его и выбираем. Так, это у нас охота, наверное, за сокровищами. Да, это где-то рядом, походу. Ну-ка, давай посмотрим. Да, это в упор. Пошли искать, откуда ключ. Так, бутылочку воды выпьем. Отчего же ключ? Отчего же ключ? Во, смотри, тут что-то есть. Пещера какая-то, да? Да нет, сундук обычный. Ну, ё-моё. Гори. Так. Ну и чё? Ты еще скажешь, что ты жив останешься. Вот и все, до свидания. Ну, ё-моё, обычный сундук, я-то думал. И что? Так, рецепт. Масло против прок. Ультиматум. О-хо-хо-хо, это что-то крутое, походу. Ну-ка, что за ультиматум? Ультиматум, это должно быть топовое оружие здесь. Так, а что это? Стальное оружие. Реликт, 103, урон. Мощь Игни, дополнительный урон. А это 96, 103, 96, да? Так, ну, давай посмотрим, как он выглядит. Если он выглядит круче, то оставляем. Ну... Ну, я даже не знаю, ну-ка. Так, давай выйди-ка ты отсюда, нихера не вижу. Так, это так солнце слепит. Встань вот так как-нибудь. Ну и чё?
Ты можешь меч как-нибудь достать? Нормально, не? А, блок поставить? Не. Ну, короче, выглядит вроде неплохо. Попробуем с ним. Если не в прокате, то тогда и не будем с ним заморачиваться. Вернем старый, потому что старый тоже хорошо смотрится. Так, окей. Здесь у нас дубина. Здесь у нас еще одна дубина. Мать моя женщина. Это же, мать его, грифон. Так, сохранится. Давай попробуем. Мы же башку грифона-то нашего продали. Грифон, что с тобой? Все в порядке, не? Что это с ним? Да, здрасте. Какого? Неизвестного, мать его, уровня. До свидания. А что это он охраняет? Смотри. Какой-то вихрь. Вау. Понятно. Все ясно. Так, подожди-ка. Нет, мы сейчас предпримем попытку посмотреть, что это за вихрь. Я обратил внимание, на радаре там был какой-то вихрь. Надо посмотреть. Прикинь, успеем что-нибудь забрать. А, заберем 50-го левела и будем таскать в инвентаре всю свою жизнь. Пока прокачаемся. Ну давай-то уже. При контратаке я могу отрубить. Что-то там, язык кому-то. Так, подожди, вот почему, Герд, ты красться не умеешь? Давай заглянем, я хочу заглянуть, что... Вот он. Вот это что-то, какой-то вихрь. Быстрее, быстрее, Геральт. Что это? И что это? Это находится внизу. Я понял, это находится под холмом. Давай, 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 убегаем, убегаем. Плотва. Плотва, я по тебе соскучился, где ты там? Меня хотят убить. Не, смотри-ка, он кружит прямо на одном и том же месте. А как же под холм попасть? Здорово, плотва. Да, мы с тобой не виделись. Выглядишь как нищеброд какой-то по сравнению со мной. Так. Ну окей. Давай попробуем обойти это дело. Это показывает... Подожди, давай карту посмотрим. Может, что-то увидим. Так, вот он холм. Как приблизить? Это что, максимально, что ли? А, вот, 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 вход. Ведет в пещеру. Вот и идем туда, все. Скорее всего, мы таким образом сейчас под холмом и пройдем. Так, вот у нас здесь два гнезда. И где... Вот они тоже, видишь, находятся внизу, под холмом. Все, вообще ништяк. Куда-то мы сейчас вообще встрянем конкретно. Так, давай, факел. Отлично. Что это? Что-то на самом деле это очень похоже на... Подожди. Так это же мы где скейеры были, где это была дикая охота. Ну правильно, там два гнезда этих крысами я уничтожал. Насколько я помню. Ну да. Но... Подожди, вот он здесь кружит. Карта. А, где этот вихрь? А он, слушай, на карте что-то не отображается, этот вихрь. А что за херня? Вихрь, вихрь, а что ж такое может быть вихрь? Я что-то и не помню. Ну и туда мы не попадем. Здесь надо, короче, полностью все обходить. Ну ладно, повременим тогда с этим делом. Давай, Геральт, обратно выходим. Ну я-то обрадовался, думал, мы тут приключения найдем. Ни хера подобного, мы здесь уже их находили. Так, тут у нас враг какой-то. Пошли на знак вопроса, который рядом стоит. Вот здесь. Ну, конечно, не особо рядом. Плотва. Может, сейчас ты пригодишься? Давай, погнали, красавец. Давай, давай, галопом. В гору. Ты же сильная лошадка, давай быстрее. Так, вот у нас здесь. Вот он кружит-то, посмотри. Что за херня? Он приземлился. Не, не приземлился. Так, ладно. Упрыгиваем отсюда. Странно какой-то. Я еще это... Какого хера? Что здесь? Плотва, бежим. Какого они уровня? 13-го. Спрыгиваем. Так. Ну и где вы? Отлично. Вы нигде. Я сохраниться успел. Так, ну что, тут обычные вроде призраки. Так. Нормально, подожди.
Что-то у меня такие звуки страшные, как будто грифон прилетел. Прилетел. Так, где-то ублюдина. Да ты посмотри, что творят-то, а? Вот что творят. Давай, 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 давай. Одну хотя бы забрали. Есть. Нажатый шерсть. Так. Давай еще ловушку. Давайте, ублюдки, по одному нахер. Ой-ой-ой, тихо, Геральт. Нет, беги. Беги, спасайся, инвентор. Нет, инвентор, говорю. Нам нужна ласточка, причем срочно. Где она? Нахер всю эту воду. Так, давай-ка гром. Так, что я выпил? Ласточку выпил. Нормально. Отбегаем пока. Сейчас мы их завалим. Так, грома сейчас выпьем и вообще им труба. У нас сила же будет лучше. Так. Здоровье, здоровье. Так, давай сохранимся. Выпьем гром и погнали. Уже хп должно хватить. Так, у нас игни... О, этот... Ловушка, короче, магическая стоит же. Ловушка магическая стоит же, говорю. Вот так. Так, надо, главное, кататься и сюда, их сюда. Вот она. Ах ты, сука, смотри, сзади уже, а. Вот как я промахиваюсь? Ты же в ловушке, зараза, в натуре. Давай, давай. Давай еще ловушку. Сейчас... Да, блин, иди ты нахер, тварь. Есть. Кого-то нормально задамажили. Давай сюда, тварь. Да они глушат, они глушат. Они просто тупо глушат. Я ничего не могу сделать. Ай, ласточку придется опять восстанавливать. Че этот грифон там летает? Давай еще пей ласточку свою. Уже нихера тебе не помогает. Они прям толпой, они дезориентацию вызывают. Ах ты, бля, тут вот еще что за падла бегает. Нет, ты справишься, Геральт, алло. Охерен, наверное, тебе пощечину дала. Да твою мать, а. Сейчас это сделать невозможно, так как у вас интоксикация и вся херня. Убей ее. Красавчик. Хоть с кем-то справился. Придется медитацией заниматься. Так, а где ее потроха? А, скорцель, яд и зубы. Так, ну что ж, придется нам... Медитацией заниматься, иди сюда. Так, ну скажем вот так, медитация. Все, здоровье, надеюсь, восстановил. Сохраняемся. Но сейчас-то должны мы затащить против призраков. Но это, конечно, жесть какая-то. Стойте, где вы? Сюда, ко мне. Оп. Вот сейчас сзади. Оп, нет, не сзади, спереди. Давай, 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 пока он не прочухался. Ну нормально, уже кто-то меньше. Вот видишь, оглушил. Давай, следующий. Next. О, смотри, режим призрака своего врубает. Оп. Попалась, тварь. Ну, здесь я ожидаю найти какие-нибудь крутые сокровища. Давай, следующий. Давай ты там свою... Они восстановились. Они восстановили здоровье свое. Давай, 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 давай. Ага. В ловушку, в ловушку, в ловушку. Ну давай, тварь, не ожидала, готово. Все. Ой, изумрудная пыль. Да тут вообще само сокровище с них собирать всю эту бодягу. Это просто бешеных денег стоит. Так, ласточка у нас восстановилась, давай пей. А, вот здесь силы. Тоже показано, что я там был. Что за бред? Так, сохраняемся. Идем. Чего они тут охраняли? Что это, какие-то руины? Трупы лежат. Так, давай, видимо, чуть-чуть ее. Там кто-то в кустах еще сидит. Ключ от сундука и призрак. Придач. Вот, сука, согласен. Давай, знак. Ну, иди сюда. Ну, что ты там заключил, эта тварь? Потерялась? Замедление. Ну, ты смотри, машется. Так, надо еще один ставить. Отлично. Двое. Да ладно, что ты делать-то будешь? Есть, 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 не дай глушить себя, не дай глушить себя, пей. Так, давай-ка гром еще херачим. Где эта тварь? Сейчас здесь будет. Надо ловушку ставить. Что? Только не надо сюда грифона. Куда эта тварь делась? Вот он. Ну, ловушку давай. Ловушку давай. Да, блядь, делать ловушку долбанный ублюдок. Ласточка.
Вот ловушка. Загоняем. Есть, попалась. Ах ты, сучка. Ну, сейчас мы с тобой справимся. Ты там ори поменьше, да дело больше. Вот так. Промазал. Они своим фонарем этим, что ли, оглушают. Все. Справились. Затащили. Не, ну это вообще они такие жесткие ребята. Мне главное, чтобы сюда еще грифон не прилетел. Я вот этого боюсь. У него одна тычка, ему трупы. Так, давай-ка сюда. Оп. И что здесь? Так, плита какая-то. Вот он. Что это, блядь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Где он? Иди сюда. А ты там кто? Ты там случайно не полуночница какая-нибудь? Полуденница, понятно. Здрасте вам. Мордасти. Так, ну хорошо, давай отойдем, надо сохраниться, потому что я не совсем уверен, что я с такими ХП затащу против нее. Так. Что у меня там восстановилось? Давай, гром. Иди сюда, красавец. Я тут для тебя сюрприз сделал. Ух ты, смотри, как-то ее не совсем-то и хочет дамажить. Ну покажи свой прелестный язычок нам. Давненько уже не видели. Она же тварь. Смотри, она не идет в ловушку, она как-то знает. Надо ловушку по центру поставить. Хватит старать. Ну иди сюда. Алло, я же здесь. Вот, смотри, я прям на алтаре. Можешь кушать меня. Ты смотри, а. Какая. Что она делает? Блядь, я ничего не вижу. Что такое? Ой, бля. Ой-ой-ой. Геральт, какого хера? Что там вообще творится? И к тому же херова туча. А, точно. Она же это использует. Как это, клонирование какое-то. Ну что, паскуда? Давай-ка сюда, паскуда. Так, она сюда не хочет идти. Ну давай. Все, покажи свое личико. Где ты там? Ой, не надо показывать личико, у меня не готова ловушка. Вот, есть. Ты смотри, она восстановилась. Она восстановилась. Не, вообще не вариант сейчас против нее тащить. Надо отступить и медитацией заняться. Вообще не вариант, вообще не вариант. Так, хорошо, давай. Хорошо, тут быстро медитация можно заняться. И вон там час мутанул, уже все готово. Там и ласточка нам пригодится, и все. Она, короче, взяла и восстановилась, ты понял? У нас еще все поломано. Еще из-за этого, возможно, вся эта бодяга творится. Что нам ее плохо задамажить и так далее. Где все эти сумки-то крутые? Вот, давай, броня. Так. А серебряный меч не получится, да? Так, ну это нормально. Это тоже на броню. Давай вот сюда. Что тут еще? Вот это пойдет? Нет, это у нас не пойдет. Ну был же еще какой-то набор, не? Ой, все печально. Ну ладно, 85% тоже прокатит. Прокатит, погнали. Сохранимся. И попробуем ее забрать. Подожди. Стой. Масло против призраков. Давай-ка его еще используем. Где у нас тут алхимия? Хватает нам? Иди вон. Так, синий мутаген. Бомба. Сон дракона. Танцующая звезда. Масло против призраков. Против... Вот, вот это вот, наверное, надо сделать. Так, яд повешенного. Это нам не нужно. Может, ей бомбочку еще какую? Что такое? Увеличивает мощь знаков. Кошка. О, кошку сделаем обязательно. Я все хотел ее тогда сделать. Не знаю, там серий 5 назад. Так, все, сохраняемся. Делаем, значит, где это масло нам найти? Вот оно. На меч. Все. Еще разочек. Еще разочек. Ну, еще разочек. F5. И погнали. Давай, должны затащить. Где она? Давай, полуденница. Я здесь. Иди сюда, красавец. Давай, давай. Я жду. На, тварь, на, получай. Так, смотри, что творит, а. Давай-ка еще разок. Почти замочили, почти. Давай, пей. Ты выпил? Пей. Еще и гром. Ну, пол хп сняли. Так, давай еще. Оп. Давай, давай, почти сделали ее. Ой, какая она агрессивная, ой, какая она агрессивная. Давай. Ослепила. Вот этих надо мочить. Сразу причем.
Давай, давай, давай. Есть. Знак. Где ты? Давай, давай, давай. Сука. Как-то мне очень херово, очень мне херово. Подожди, она не сможет, наверное, установиться сейчас. Надо подождать маленько. Блин, у меня еще и передоз какого-то хера. Блин, не хватает здоровья, чтобы ее замочить. Так, что есть? Жри. Вот эту хероту. Что у нас? Ласточки не осталось больше. Гром нам не нужен. Давай отжираться. Ласточка. Так. Сухофруктики. Во, нормально лечат. И вот это вот сожрем. Только бы затащили, только бы затащили. Давай бутылку воды еще жри. Блин, ну если она хилится, это печально. Вы земские чемпионы, не будем мы никаких чемпионов. Так, вот она восстанавливается. Иди вон. И ты вон пошла. Все. Давай, где она? Ах ты сучка, а? Давай еще. Давай, давай, ну прошу тебя. Нет, 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 нет. Вот она, не успела нас задамажить. Есть. Есть. Прощальный крик. Для меня приятен. Отлично. Мутаген. Призрачная пыль, эссенции всякие. Мы это сделали. Мы настоящие ведьмаки. Так, ну вот закрыто. Давай смотреть, что тут. Квебрит какой-то. Ну, походу, какая-то крутая штука, похожая на бомбу. Так, и все, что ли? Не, ну уже достижение, то, что мы эту тварь замочили. А никаких трофеев там не выпало. Типа, мечтать не вредно, да? Кстати говоря, где у нас трофеи вообще отображаются? Я что-то вообще уже не помню. Но не в мусоре точно. Ну ладно, я уже не помню, где они находятся. Нет, трофеев, по-моему, с нее не выпало. Так, ну и все получается. Мы здесь все сделали. Как надо. Оп! Да, отлично. Мы сделали все как надо. Я согласен. А, да, прикинь, если я еще и не сохранялся, но должен был быть этот... Как его? Автосейв после его убийства. Ну, конечно, это была жесткая битва. Мне очень понравилось. Нас все затащили. Сухофрукты, хлеб и вода. Но воду я не буду засчитывать. Вода вообще ни о чем в этой игре. Да, все, сохранение было. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что на этом серию пора уже заканчивать. Был неплохой такой экшен. Вот. А в следующей серии, я не знаю, возможно, пойдем по квесту, возможно, еще прогуляемся по знакам вопроса. На этом все. Не забывайте подписываться, комментировать и ставить лайки. Всем до встречи в следующем видео. Всем пока.